Всем привет! С вами Владимир. Сегодня я нахожусь в городе Белорецке. Совершу небольшую прогулку. И вы со мной. Вот сейчас я нахожусь на берегу Белорецкого пруда. Показываю вам Белорецкий металлургический комбинат. Белорецкая плотина, значит, она перегородила реку Белая. Все так уральские городки, все металлургические комбинаты построены на реках. Делается плотина, чтобы была вода. Такой наш завод. Расположен в красивом месте, между гор. А вот это вот один из самых длинных мостов на Южном Урале. Деревянный, пешеходный. Длина его свыше 800 метров. Такой вот Белорецкий пруд. Пойдем дальше. Покажу вам еще что-нибудь. Такая черемуха цветет. Красивая. На берегу пруда. Белорецкая плотина, шлюзы. Вот такой вот памятник Твердышеву Ивану Борисовичу. Основатель Белорецкого железодельного завода. Наша история. Против солнышка снимаю. Большой пешеходный мостик. Кисленское литье. Такой фонтанчик красивый. Все благоустроено. А вот старинное здание завода управления бывшего. Такой мостик, так вот пошла река. Вот такой дизайн здание было в начале 20 века. Красиво строили на века.
такая старинная пожарная каланча. Год постройки 1916. Вот так вот строили на века. Так у нас в городе старинные здания соседствуют с современными зданиями. Вот это бывшее педучилище. Такие строят здания. Все красивенько, чистенько, уютно. Такая красивая аллейка в центре города. Вдали вот строится храм. Такая красота божественная. Вот я на центральной площади. Фонтанчики. Вот это кинотеатр «Металлург». Часто мы в молодости сюда ходили, фильмы смотрели. Вот такие старинные здания окружают площадь. Голуби. Ну, спасибо, друзья мои, что были со мною, смотрели это видео. Всем мира и добра. Такие голуби прилетели к нам. Вот красотулька. Ну, всем пока. Оставайтесь со мной.